Канаде продадут монету почти за 2 миллиона долларов. В Канаде собираются продать эксклюзивную золотую монету весом в 10 килограммов. Несмотря на номинальную стоимость в 100 тысяч долларов, по предварительной оценке монету могут продать за 1,5 миллиона долларов. Как сообщает Vancouver Sun, монета The Dance Queen была создана художником Джеймсом Хартом по заказу королевского канадского монетного двора. Ее выставят на аукционе произведений искусств Heffel. Все монеты 10 килограммов диаметром 18 сантиметров, а изготовлена она из чистого золота. Номинальная стоимость монет составляет 100 тысяч долларов. Но благодаря художественной составляющей ее истинная цена гораздо выше. В предварительной оценке это от 1,5 миллиона долларов до 2 миллионов долларов. Изображение на монете повторяет другую работу Харта, резьбу на кедровом дереве 4,75 метра на 3,2 метра. Ее можно увидеть в художественном музее Одина в городе Уистлер. Чтобы повторить ее в монете, Харт совместно с художниками монетного двора придал прямоугольной работе круглую форму. Выпуск монеты The Dance Queen королевский канадский монетный двор заказал в 2015 году, но тогда планировалось, что она будет весить 5 килограммов и будет выполнена из серебра, но позже ее предложили отлить из чистого золота. На аверсе монеты изображен король Карл III, работа канадского художника Стивена Розати. Джеймс Харт выбрал его, так как познакомился со своей супругой на открытии принцем Чарльзом скульптуры Билла Рида «Ворон и первые люди» в Музее антропологии в 1980 году.